где-нибудь в конце. Или в середине, но не в начале. Так, а кто там? Кто там? Смотри. На, ух ты, тоже Брок, что ли? У него 2500. А, у него 3000 даже. А, у меня 2. А у меня тоже 3000. Так, у меня банка, у него банка. О, Эль Прима. Да, Дуда плей. Дуда плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру Бравл Старс. И выбираем Брока. Идем в озеро мертвецов. Так, до нового события 43 секунды. Типа, я сейчас в озере поиграю, да? А потом через эту катку будет что-то новенькое, интересно. Ладно, посмотрим. Так, вот я где очутился, хорошо. Так, давайте этот, получается. О, какой же ты слабый, слушай, алё. Ты не можешь разбить даже этот сундук. Какой же ты слабенький, слушай. О, наконец-то. Сколько мне пришлось ударов-то делать? 5 штук. О, кто-то за мной бежит. Ой-ой-ой, не надо меня убивать, пожалуйста. Я не хочу вначале умирать. Только не в начале игры. Может быть, где-нибудь в конце. Или в середине, но не в начале. Так, а кто там? Кто там? Смотри. На, ух ты, тоже Брок, что ли? У него 2500. А, у него 3000 даже. А, у меня 2. А, у меня тоже 3000. Так, у меня банка, у него банка. О, Эль Прима. Давай, давай, гасись. А что, у тебя одна только баночка была? Тихо. Нет. Нет, пожалуйста, нет. Ай, он меня убьет, гад. А как он так быстро бегает? Да. Что-то он... О, смотри, у него вообще здоровье, смотри, маленькое. Он сейчас такой хитрый. Сейчас соберет эти баночки. И... А у него опять суперсила? А, ну он все равно проиграл. Ха-ха-ха. Так ему и надо. Так ему и надо. Так, ладно, меняем игрока. А, кого возьмем? Возьмем мы, давай возьмем, знаешь кого? А, где? Джесси? Давай с Джесси поиграем. Я давно не играл с Джесси. Так, и знаешь, какой выбираем? До нового события 5 часов. А что это такое? В смысле? Так, все, играть. Непонятно. Это было 43 секунды, там что-то новое должно было начаться. Нет, опять же, это озеро мертвецов. Странно. Это же опять же озеро, правильно? Ну да. Так, ладно, играю я за Джесси. Играю вместе с Нитой, кстати, интересно. Интересненько. Так, главное нам тут. О, я... Так, давай, ах, ты интернета нету, в смысле? Алло, смотри, что происходит. А, моего игрока убили. Ё-моё. Что-то с интернетом реально было. Ну? Ты видел? Ты видел, интернета не было. Минус 2, да как так? Ладно. Играем снова. Да. Чё было? А было ничего хорошего. Ладненько, сейчас попробуем еще раз. Так, с каким-то... А, я с Леной играю. Лена, да? Лена. Угу, давай, Лена. Давай, Лена, ты туда иди, а я сюда. Ага. Так. Да ё-моё, я хочу вот эту уничтожить. Зачем мне... Куда вы туда летите-то, алё? Так, ждем здесь. Так, а где у меня этот... А, вот, Лена, давай, ты что там ходишь? Лена. На, получай, гадёныш. Ах ты, гадёныш такой, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. У меня уже жизни мало. Да ё-моё, что происходит? Мы сейчас умрем. Ну, меня убили. Убила какая-то фигня. Ладно. Ух ты, плюс 3, да ну нафиг. Лена, ты молодец. Давай играем заново. Давай, ты играешь со мной, да? Играй снова. Играем с Леной еще раз. Ага. Так. Так, опять играем с Леной. Так, идем. Если бы этот интернет не качался бы. С интернетом проблема. Так, ладно, я сейчас добью, подожди. Все, я взял. Дальше идем. Что у нас здесь интересного? А, вот еще коробочка. Вот, давай, я эту беру, ты те, да? Молодец. Молодец. Так, ё-моё, быстрее. Ай-яй-яй-яй, меня убили. Да что такое? Я уже второй раз. Я вот этой вот, я не знаю, Петрушей вот этой вот. Понять ничего не могу. Какой у нее, какая у нее супра? Минус 2 балла, ё-моё. Это Джесси, она не доигрывает. Так, выйти тоже не. Сейчас одиночное сделаем. Одиночное, один. Ох ты, что такое? Новое событие. Награда за поимку. Что такое? А ну, Змеиный степь. Я такого ни разу не играл. Что за награда за поимку? А ну, посмотрим. Так, а что за... Как в нее играть-то? Награда за поимку. Первый раз вообще играю.
Так, что у нас тут такое? Какие-то звездочки у нас. А, эти звезды надо собирать. Ёлки-моталки. Так, взял я звезду или нет? Нет, я звезду не взял, кто-то за меня взял. Ага, нифига, у той 4 звезды. Ладно. Так, кто где там прячется? А, вот я вижу этого чувака. Так, убил? Нет, не убил. Убил. Так, до супера моего еще немножко осталось. Ох ты, нифига. Вот, давай, супра. А, турелька у нее, я забыл. Да, у нее турелька. Тихо, 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 не надо мне стрелять. Да. Так, а что здесь надо? Вообще смысл игры? Так, это бандюк сделал или хороший? Это наш же, да, сделал? Вот, молодец, давай, пошли. Во. Ёлки-палки, убили всех. Так. Что происходит, смотри. Так, ой-ой-ой-ой-ой, надо уходить сюда. Так, турелечку нужно ставить поближе все-таки. Все-таки турелечку надо ставить поближе. О, убил я кого-то, да? Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, я тебя сейчас зафигачу, подожди. О, моя турелька, молодец. Ой, тихо-тихо, не стреляй в мою турелечку. Ах, меня убили. Ну, я, смотри, восстановился. Иду дальше. Так, сейчас посмотрим, куда ты турельку поставить. Так. Вот. Турелечка моя сейчас будет работать. Ой-ой-ой, опять меня убили. Так, ну у нас получается звездочек-то больше. 30, ну у них 29. Может, мы выиграем? 33 звезды. Нормально, нормально. Ребята, надо победить, надо победить. Бой окончен, и мы выиграли. Очень даже неплохо, хорошо. По 8 кубков дали нам, прикинь. Молодцы, молодцы, мы молодцы. Хорошо. Так, давай еще раз, сыграем. Почему бы нет? Угу. Так, смотрим. О, так, интернета что-то опять нет. Да, что-то проблема с интернетом. Угу. Так, что у нас тут получается? Ох ты, у нас уже одна звезда есть. Ай-яй-яй, Прима летит здесь, смотри. Ай-яй-яй, убил меня. Прима сильный боец в ближнем бое. Поэтому, конечно, неудивительно, что он меня убил. Так, что, где тут? Так, давайте. О! Куда там она стреляет? Почему? О, во-во-во-во-во-во, тихо-тихо-тихо-тихо. Есть. Так, ждем. А, вон чувак спрятался. Тоже, кстати, эта чувиха. Моя, кстати, вот она. Турельку. Я поставил турельку, убей этого. Приму, есть. Прима убит. Хорошо. Но счет не очень хорош, слушай. Счет не очень хороший, знаешь почему? Да потому что уже 17 у них. Они какие-то сильные. Давай. Турелька. Да, в не очень удобное место я турельку поставил. Хотя, в принципе, не знаю, сейчас посмотрим. Ох ты! Есть, Эль Прима убили. Убили этого Эль Прима, хорошо. Так, дальше. Турельку я сюда поставлю сейчас. На, получай. Турелька, стреляй, ты что стоишь? О. Нормально. Так, тут никого нету, да? Так, у тех 24 получается, нифига себе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, и меня убили. Ух ты, у нас 29 уже, в смысле? Круто. Круто, теперь надо подождать немножечко. Подождать немножко. Ребята, давайте. Ой, бомбочки, нет. Ай, вторая бомбочка, ай. Меня убили. Блин, у них теперь 36. Да как так вообще, алло? Все, бой закончен. И мы выиграли, ребята, мы выиграли. Да. Ничего. Ну, духовно мы выиграли. Да, тут проиграли, но духовно мы выиграли все равно. Так, ладно, выходим. Так, Змеиный Сепи. Я меняю другого игрока. Я возьму сейчас, знаешь, кого? Барли. Почему бы и нет? Да. Возьмем, играем в Барли. Хорошо. Что там было написано? Я так не прочитал. Так, звездочка, смотри, есть. У нас в середине есть звездочка. Сейчас посмотрим. О! Я знал, что вы сюда пойдете, гады. Кто там остался, живой, нет? Так, ладно, сейчас мы будем вычислять, где они тут все ходят. Да, где-то он здесь бегает, этот гаденыш. Так, здесь у нас кто бегает. Вот он, чувак. Ах, убили все-таки, ладно.
И почему они опять выиграют, эти гады, а? Так, ладненько. Давайте, ребятушки, что-нибудь сделаем с этим. Ой, тихо. Нет. Да иди ты лесом. Какой-то бул откуда-то вылез, начал стрелять. Да, тяжко. Так, кто где, к чего? Ух ты, кто-то монетками кидается, а, гад. На, получи пирожочек, друг. Друг, получи пирожочек. Подарок от меня, от Барли. Так, они выигрывают, смотри. Ага, меня выносят вообще в легкую, они даже меня не замечают. Просто выносят и все. Так, кто где у нас прячется здесь? О, а это наша, слушай, это наша. Вот здесь гад где-то сидит. На, получи. На, ах ты, ё-моё. Не успел я свою супру включить, а она у меня уничтожилась, супра. Так, походу мы тут тоже проиграем. Да. Так, ладно, я тебе сейчас помогу немножко, наверное, надеюсь. Да ё-моё, вы чё здесь бегаете, гады? Ух ты, я чуть не убежал, я чуть не спрятался. Ладно. Так, 3 секунды у нас осталось, что, серьезно, что ли? Бой закончен. Мы опять духовно победили. Да, так бывает. Ну, ничего страшного. Ну, у них достаточно сильные были, да? Чуваки. Или нет? Ну, примерно одинаковые, да? Ну что ж, ладненько. И такое бывает. Ну, а что, боевые жетоны-то закончились? Сегодня-то уже смысл играть-то нету. Так что мы будем заканчивать серию, потому что жетонов нет. Ага. Мясорубка, смотри, есть. А, через 4 дня мясорубка откроется. Ну, вообще событий мало. Ребята, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 событий всего лишь. Я считаю, что это мало. Нужно событий хотя бы 10. Что было бы интересно играть. На разработчики, алло, услышьте меня. А, награды за поимку. Давай посмотрим, что это такое. А, значит, собирайте звезды для своей команды, побеждая участников вражеской команды. С каждой победой награда за твою голову будет увеличиваться на 1 звезду, пока не достигнет 7 звезд. Не дай врагу отобрать их. По истечении времени побеждает команда, собравшая больше звезд. Ну, понятно. Интересно. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию тогда. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.